Ну что, стоило мне только пожаловаться, что посылки с Нутрисима стали приходить очень и очень с большой задержкой сюда, в Италию, и на тебе, получи пакетик. В общем, это самый маленький заказ, я заказывала вот эту вот маску от Лавера, чтобы заказать пробники, потому что на Нутрисима пробники вы можете взять 5 штук максимально, и если у вас в заказе будет какой-то полноразмерный, скажем так, продукт, не из раздела пробников. В общем, взяла я опять тут серум от марки Кахия. Мне он очень понравился. И взяла я 4 пробника от французской марки Absolution. По-моему, так она называется. Довольно дорогая маска, марка, то есть у них одна маска может быть в районе 3000 рублей. И если уж покупать такой продукт, то его реально нужно попробовать, и он реально должен этих 3000 стоить. Такой вот крем ультрапитательный, но я его как ночной буду использовать. Дальше здесь у нас идет активатор маска молодости, она именно увлажняющая, с большим количеством ингредиентов. Далее вот такое вот масло для лица, тоже с большим и очень длинным составом. И вот такой вот крем для глаз, он для контура, осветляющий, против морщин, против припухлости. Маску я пробовала, и мне она нравится, но правда здесь всего лишь 3 мл, как раз тютель-тютель мне хватает ее на мое лицо. Но действительно, на кожу неплохо увлажняет, и сверху после нее я хочу нанести как раз таки вот это вот масло. Поэтому будем пробовать, и потом я обязательно поделюсь с вами своим впечатлением. Маска в 3. Ну что, всем доброе воскресное утро. Я, как всегда, в своем страшном видосе. Но, собственно говоря, по-другому делать маски вообще, в принципе, невозможно. Особенно, когда дома мужа нету, можно делать все, что ты хочешь. В общем, сейчас у меня на лице вот такая вот штучка от Lavera. Я ее уже показывала и говорила о своем первом впечатлении. И сейчас я пользуюсь ей с большущим удовольствием. Она идеально подходит для утра. Она освежает, она чистит, и их очень приятно холодить лицо. В общем, я ее держу уже, наверное, минут 5. Я подержу еще минутки 2. И при смывании отскрабирую лицо и буду носить свой обычный уход. Ну и утренний уход на сегодня после маски от Lavera. Первым делом вот такой вот брайтинг серум от маски от марки Кахина. Я вам уже показывала. Я покупаю уже второй раз и беру этот серум. Именно в пробнике мне он очень нравится, потому что выравнивает тон кожи, сужает поры, увлажняет, успокаивает и делает, ну, выравнивает тон кожи, и эти на самом деле правда все сказано. Очень классная штучка, мне он очень нравится. Маникюр уже нужно будет попозже переделать, потому что кончики начинают облезать. В общем, это у меня база. Поверх будет крем от марки Bulldog. Сейчас пока. Итак, что касаемо крема от марки Bulldog, скажу так, что мне он понравился. И первое впечатление довольно приятное. Это такой легкий кремово-гелевый консистенции продукт. Все-таки больше гелевый. Он хорошо распределяется, довольно быстро впитывается. И после впитывания кожа абсолютно сухая. То есть вы чувствуете свою кожу бархатной, а не ощущение крема или кремовой пленки на лице. И при всем при этом он неплохо увлажняет даже без серума от марки Кахия. В общем, я на самом деле пока что им очень довольна. Мне нравится отдушка, мне нравится текстура и мне нравится увлажнение для лета, да, для теплого времени года. Потому что на холодное время года, осень, зима, либо холодная весна, как база, он, наверное, не подойдет. Либо под серум, либо для очень жирной кожи. Но в первом впечатлении очень даже приятный, будем пробовать дальше. А мой фото акваперканы. Как же хорошо тепло. Как тебе хорошо, что можно носить такие платья с моим животом. Никто не скажет, что я то. Che sono qui, 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 Ricotta lasciato un pochino, magari solo per quanto? 10 magari, no? Ma
Per cosa? Per quanto ho lasciato? Per 10 magari? No, ma magari più. Vabbè, la faccio, Regina, che devo fare? Ma questo ultimo ricotta? Sì. Ah. Visto, meno che ci vuole. Vedi che sa fare. Ma allora è buonissimo. Io già pronto a mangiare per cena questo dolce. Ma no, prima normale cena e poi dolce. Perché davvero caldo non è buono. Ricotta è buono quando è fresca. Ti sdegna, questo tipo di raviolo si mangia freddo. Sì. A me piace così, poi non che darsi che ci siano le persone che se ne mangiano caldo, ma io penso che non ci sono. No, no, questo. No, questo caldo non è buono. No. Per me non è buono, per mio gusto però. Sì. Ну что, всем доброе утро, у нас сегодня уже вторник, и кто вчера стал на год старше, сегодня с утра начинает делать маски. Да, все-таки 31, пора заняться своим лицом. Единственное, конечно же, какие-нибудь пилинги я пока что не делаю, даже не потому, что я в положении, но даже и поэтому, потому что кожа реагирует сейчас немножко по-странному, поэтому пока что я не делаю, плюс сейчас уже довольно активное солнце, и впереди лето, поэтому это уже где-то после октября-ноября. Пока что у меня вот такие вот малютки увлажняющие. В общем, вчера, как раз-таки на день моего рождения, с утра прилетела последняя посылка. Здесь было всего лишь два продукта. Это заказ с Beauty Export. И вот такой вот крем от марки Bulldog для глаз с роликовым аппликатором. И вот такая вот маска, поближе потом покажу, от марки Peter Thomas Roth. Это маска гелевая с огурцом, это увлажняющая маска Detox, снимающая стресс, воспаление, освежающая, охлаждающая, в общем. Долго я вокруг нее ходила, решила взять вот такую маленькую версию. Здесь 14 мл, со скидкой она стоила $8. Маска, которая в 30 мл, $18, а большая бодейка в 150 мл где-то $48 или $50. В общем, чтобы не брать полную, я пока решила попробовать вот такую. И, как советовали, ее нужно будет держать в холодильнике для более освежающего эффекта, если вы используете ее утром, что я, собственно говоря, и сделала. Ну что, вот они, эти две малютки, которые я заказала с Beauty Export. Это крем от Bulldog для глаз с роликовым аппликатором. Здесь розмарин, эхиноцея и витамин Е. Очень легкий крем, впитывается довольно быстро, немножко гелевая текстура, но не совсем гель, все-таки мне это нравится, потому что именно гелевые текстуры мои глаза не воспринимают и не дают мне должного комфорта эти гелевые текстуры. И, кстати, запаха практически нет у этого крема. И вот она, эта масочка от Peter Thomas Roth, которую я сейчас использовала. Она все-таки по мне больше освежающая, и она такой дает легкий холодящий эффект. Я не скажу, что она супер увлажняет, я попробую ее использовать, как советовали, также на всю ночь. Но в принципе первое ощущение вполне приятное, я не скажу, что она супер вау и что она супер плохая. Кожа лица ровная, румяная, поры сужены, кожа свежая. Чуть-чуть побольше бы увлажнения, но, возможно, ее нужно держать все-таки больше, чем 10 минут, хотя бы, наверное, минут 30. Но это мы уже попробуем в следующий раз. В общем, одним словом, есть над чем поработать, потому что здесь у меня есть два залома. Они у меня на самом деле живут своей жизнью, они исчезают осенью и зимой и появляются каждую весну и лето, потому что активное солнце, я постоянно вот так вот сдвигаю брови, несмотря на то, что я хожу все равно в очках, все равно они появляются, плюс вот эта вот зона, поэтому, как говорится, есть над чем поработать, слава богу, у меня нет морщин именно вот в этой зоне, и вообще, в принципе, пока что более-менее лицо нормальное, даже несмотря на беременность, вот, а дальше посмотрим уже, когда будет осень, октябрь, ноябрь, когда здесь уже не настолько сильно активное солнце, уже можно будет купить какие-нибудь гликолевые пилинги, фруктовые, и умывалки, и различные серумы, и потом уже будем все это дело
приводить в порядок. Ну что ж, давайте закончим влог вот этими вот саше от марки Absolution. Как вы помните из начала влога, это был заказ сайта Naturissima. Я эти пробники практически закончила, причем я их использовала не только на своей коже, но и некоторые продукты я попробовала на коже своего мужа. И я так подумала, что я сделаю, наверное, отдельное видео, первое впечатление о этой марке. Пусть это видео будет не очень большим, и пусть это все-таки только саше, даже не миниатюра в 15 мл, но тем не менее это первое впечатление, потому что какие-то продукты мне понравились, какие-то не понравились совсем, поэтому я так подумала, что, наверное, я сделаю одно видео, оставлю ссылки на эти продукты, немножко поговорим, что входит в состав, и о цене полноразмерного продукта, и мое мнение, купила бы я все-таки их полную версию, либо нет. Так что...